Всем здравствуйте. Сегодня я хочу вам показать, коллеги, инжир сорта Рондино. Им очень хорошую оценку дают садоводы Украины. Но я несколько лет назад решил приобрести черенки для размножения. Вот, как видите, появилась первая бреба. Растениям 3 года. В прошлом году уже были фигушки основного урожая, немного, но я приобретал этот сорт именно вот ради крупной вкусной бребы. Насколько вкусная, мы сейчас, конечно, проверим. Вес я не скажу, еще до дому не дошел. Сегодня я буду собирать с ветвей 3 штуки. И 2 у меня еще останутся дозревать. Одну я уже вот сорвал, сейчас буду ее вам демонстрировать. Ну что ж, приступим. Вот такую фигу я сорвал. Вот, я думаю, вы видите ее сейчас. Такого размера. Тут вот у меня сегодня солнце, тень. Вот так растет куст. Сейчас я ее разломлю, и вы посмотрите мякоть. Ну, вот такая мякоть у этого сорта, вернее, у этой бребы, светло-розовая. Что представляет на вкус, тоже сейчас попробуем, продегустируем. Я могу дать первичную оценку. Хотя специалисты НБС рекомендуют оценки давать только после 3 лет плодоношения. То есть, если в первый год у вас фиги дома выросли, ну, скажем так, не очень вкусные, не торопитесь расставаться с растением. Дайте ему еще 1-2 года, чтобы он себя смог проявить. Особенно те растения, которые в контейнерах растут у многих любителей России. То есть наберитесь терпения. Ну что ж, сейчас я попробую часть инжирчика и вам скажу, какие мои впечатления по вкусу. Ну что ж, половинку отведал. Вот я хочу еще показать, какого у нас тут цвета мякоть. Где-то близко к 4. Ну, думаю, где-то из 3 фиг, которые я сегодня сорвал, одна-то будет неплохого вкуса. Ну что ж, ждем основного урожая. Фигушки основного урожая уже есть, их немного. Но у меня есть и другие кустики этого сорта. Думаю, в общем, по осени какая-то оценка нарисуется. Ну и будем ждать следующего года бребы. Всем спасибо.